Вот так вот со сломанной рукой лунки и сверля. Даже с рукой, видишь? Спокойненько идем. Тихо. Вот изделие, которое мы сделали, электробур, называется судак. Вот сам он у нас, здесь коробочка, здесь стоят в ней релюшечки, разводочка вся, все провода. Здесь две кнопки, раз, два, левое вращение, правое вращение, хоть куда. Здесь вот у нас имеется разъем. Вот здесь тоже разъем. Берем разъем, в разъем втыкаем, подсоединяем аккумулятор, убираем вот эту закрывашечку, крепим сюда. Вот этот шток сюда заделаем. Здесь вставляется болтик, как я уже показывал. Раз, и все крутится. Этот шнек у нас 180. Этот шнек, это барнаульский, просто сделанный перья повыше, чтобы лед большой, этот шнек высокий, мне примерно по горло, я 1,76 м. Вот, этот шнек вот сделан побольше, специально сверлить потолще лед, и чтобы выбрасывало у нас снег, чтобы 100 раз его не дергать туда-сюда, вот, чтобы снег выбрасывало сразу наверх. Только ножками его отделывай, снег, и все. Это специальная накладочка, когда вставляешь болтики, вот, чтобы раз здесь натянул, как я уже показывал, все, и болтики тебе не мешают. То есть для безопасности, чтобы руки не замотало, так же, как в станок. Ну, сейчас остановлю, покажу, как включу, как работает вот от этого маленького аккумулятора. Аккумулятор этот вот какой. Вот. Простой новый аккумулятор. 12 вольт. Ну вот. Этот шнек на данный момент, он левого вращения. Так как у меня рука, вот видите, гипс. Я не могу одновременно снимать и крутить. Ну вот этот шнек я поднимаю одной рукой. Вот он сверлит в левое вращение. Вот он. Все работает. Тот шнек барнаульский, он правого вращения. Тоже мы его также можем подцепить. Точно так же, как он с левым вращением и с правым. Будет также сверлить. Вот. Сейчас поставлю аккуратненько, чтобы ничего не пало тут. То у меня потом вот так накажут. Вот. Вот он, то есть весь в сборе. Вот такой. Но этот будет выше. Вот насколько он выше будет. Вот видите, где у этого конец, а где у этого. То есть этот поменьше лед будет. Смотрите, а этот конкретно уже большой. Это видео ездим, мы там сверлим и все делаем. То есть вот этого маленького аккумулятора, ну я пробовал, толстый лед сверлил. Лунок на 15, на 20 спокойно хватает. Вот. Здесь вот распредкоробочка у нас такая специально сделана. Вот кнопочки красивые. Сперва делали тумблер. Ну, тумблер как бы долго, это все переключение, там все. Тут кнопочку нажал, пошло влево. Кнопочку нажал, пошло вправо. То есть вот так. И все просто. Вот. Название электромотора, чистое японское качество, электромотор вместе с редуктором, все как положено. Называется он судак, электробур, просто люблю судака ловить и в честь него решил назвать и вот это изделие
над которым трудился, старался, думал, переделывал много раз. Вы уже заметили, в одном видео такое, в другом такое, в третьем такое. Сейчас на данный момент хотим вот здесь вот, вот тут будет стоять вон тот аккумулятор маленький. Он прям будет на нем здесь стоять. А здесь будет этот штекер болтаться, как делают в самолетах и везде, везде. Вот просто болтается штекер. Аккумулятор маленький здесь стоит. На месте здесь крепление будет его. Пускай будет потяжелее, но зато компактно. К нему, к этому электробуру, когда он откручен, вот так продается отдельная сумка через плечо, типа как противогазная сумочка. Вот. Он ложится в эту сумку и транспортируешь куда хочешь. Это попроще сделать. Сидят ночью, рыбачат. Вон сколько народу. Это капец. Вот мы рыбачим. Вот рыба. Вот Михалыч. Я не привязан, наверное. Ну-ка, что она привязана? Куда она не привязана? Все привязано. Вот рыба. Вот палаточка стоит. Наша. И ловят потихоньку. Вот бур стоит. Наш. Дырок мы насверлили. Штук 40-50. Во. Крутит что-то там. Ну что, поймал? Я ее размотал здесь.